Многокилометровые пробки и отсутствие альтернатив – вот недавние реалии 33-го километра Можайского шоссе. Закрытие железнодорожных переездов продолжалось до 8 часов в сутки и вызывало серьезные заторы. Правительство области взялось за проблему в рамках проекта «Свободный переезд» программы «Наше Подмосковье». В феврале этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл движение по правой части путепровода. Оставшиеся работы над объектом идут в соответствии с планами. Мы рассчитываем, что к концу августа, начало сентября этот объект будет готов для того, чтобы полностью его запустить по всем четырем полосам движения. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Проблем по строительной части не наблюдается. Открытие правой части путепровода позволило водителям авто передвигаться по Можайке вне зависимости от движения поездов. После окончания работ пропускная способность новой дороги может достигнуть 50 тысяч машин в сутки. Осталось сделать съезды, осталось сделать пешеходный переход, прокол под лос под железной дорогой. То есть это те вопросы, которые в течение месяца можно завершить. С помощью программы «Свободный переезд» власти планируют полностью решить проблему движения транспорта через железнодорожные пути. Возможность убедиться в реальности этих планов представится пользователям Можайского шоссе уже совсем скоро.